Совсем недавно я делал видеоролик с бананами, которые мы держали в целлофановом кульке, и он там созревал. А как получилось? Получилось так. Вот стоял сам банан, вот плод, видите? Ну, допустим, дерево, не дерево, а трава, да, стоит. И вот эта банча, она просто упала. И поэтому мы ее так вот взяли и подвесили на веревочку и закрыли кульком. А вот, допустим, сейчас мы можем посмотреть, как созревают на самом стволе бананчики. Вот видите, вот они созревают. Тоже мягенькие надо созревать, уже срывать их. Вот, если вы к нам приедете в теплицу сейчас в гости, на экскурсию, вы увидите, как и бананы созревают. Вот, и папайя есть, вот видите, вот. Мы недавно с Анатолием Васильевичем делали видео про варенье папайя. И вот здесь вот созревают они тоже. В наличии, кстати, папайя есть. Вот, пожалуйста, и бананы есть. Правда, сейчас маленьких нету. Все пораскупали. Есть побольше. Там по 300, 400, по 500 гривен. Но они такие хорошенькие. Уже с хорошей корневой системой. Так что можете смело брать, выращивать их. И они обязательно вас порадуют, когда будут плодоносить вас дома. Вот, все телефоны есть под видео. Пожалуйста, можете писать. Но лучше звонить. Я отвечу вам на все ваши вопросы.